Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня я хочу сделать самый-самый классический хот-дог за 10 леев. Для этого мне понадобится булочки для хот-дога, сосиски и китченес. Булочка развалилась на две части, я слишком сильный разрез сделал, но это ничего страшного. Добавляем по полоске китченеза, кладем зажаренную сосиску, складываем, и наш хот-дог готов. Классический хот-дог. Фишка этой булочки — это дорогие булки, она как бургерная бриошь, одновременно мягкая, плотная по структуре, взбитая с очень маленькими порами. Ну, я думаю, вы знаете этот тип булок. Вот такой вот хот-дог у меня получился. Кстати, на разрезе, вот так вот он выглядит на разрезе. Пробую. Получился настоящий классический вкусный хот-дог. Ничего лишнего. В этом и фишка хот-дога, что должна быть качественная вкусная булка, хорошая сосиска. Эту сосиску можно заменить на абсолютно любую сосиску молдавского производства. И кетчуп, майонез, горчица. Все, больше здесь ничего не надо. Эта булка правильная, кроме того, что она очень мягко кусается, она еще размер у нее подходящий. Все, друзья, вот такое видео, такой быстрый, интересный рецепт. Очень просто, очень быстро это все приготовить. И самое главное, вкусно. То есть этого набора вам хватит на 4 хот-дога. Всем приятного аппетита! Хорошего настроения, не болейте. Пока.